Привет, друзья! Время к вечеру, а значит, будем готовить ужин. Сегодня у нас будут стейки, но не обычные, а из капусточки. Рецепт взяла в ресторане. Смотрите, у меня здесь соль, перец, сушеный чеснок, копченая паприка, немножко кардамона для запаха, либо мускатного ореха и половиночку дольки лимона. Капусточки. Мы сделаем для нее соус. Здесь у меня жирные сливки. Я натерла сыр дорблю. Мы его отправляем туда. И тщательно, хорошенечко и обильненько поливаем. Чтоб прям вот так.